благодарен городу, благодарен Омску, что я здесь воспитался и получил все те навыки, которые мне в дальнейшем пригодились и которые я, как говорится, проявил уже в команде высшего класса. Трудно сейчас как бы сказать, какой самый яркий. Ну, наверное, несколько таких моментов было, когда мы стали чемпионами Российской Федерации в 1973 году, когда вышли в первую лигу советского тогда хоккея. Вот, и когда полный стадион команда «Шинник» собирала на стадионе «Динамо». То есть вот это были приятные очень моменты. Ну, ощущения очень такие прекрасные, в принципе, потому что я увидел своих друзей, потому что не так часто мы сейчас встречаемся, видимся, живем все в разных городах. Спасибо большое, наверное, руководству, что устроили такой праздник, праздник для города, потому что и 65 лет хоккею, и практически, наверное, всю команду мы собрали 2004 года. Ну, вот, ребята ветераны, такая интересная игра получится, я думаю. Плюс, конечно же, получилось съездить на кладбище, проведать ребят, потому что тоже не часто это получается, но мы их помним, всегда будем помнить, потому что с Алексеем я не играл, с Сашей я долго играл, плюс Киселев, который меня сюда привез, которого я считаю, что родоначальник, наверное, омского хоккея, который поднял и... Большая заслуга его в том, что «Авангард» стал «Авангардом», его стали узнавать. Это стал бренд, серьезный бренд, который до сих пор, наверное, раскручивается. И, наверное, молодым ребятам пожелать, чтобы все-таки они достигли, дали городу праздник, еще один праздник, потому что для города любая победа «Авангарда» – это большой праздник. Очень неплохо.